Как конечки забегали. Только взлетели, а чувак по соседству храпит. Нет, он спит. Так, ну что там? Здесь детская билетка размер. Ага, внизу лежат. Так, раз. Не попастил. Не власть, это для других билетов, да? Понимаешь? Да. А, ну хорошо. Очень странное ощущение, как будто бы мы на поезде на Кипре едем. Да. Да? Ничего, он разрисован, да? Так, тупире? Тупире, да. Все, заходим в него. Давай, идем. Я с девушкой начала разговаривать по-гречески, а она со мной по-русски. Да что ж такое? Приехали на метро. Угу. О. Кофейку взяли, в общем, сейчас будем искать наш домик. Где-то он тут за углом. И, кстати, не жарко. Переживали все, что жарко, а вон там вентиляторик распыляет влагу. А еще там очень большие эти барабаны с мясом, гигантские просто. Нашли, в общем, домик. И у входа нас ждет, конечно же, мусорный контейнер. Очень удобно. Посмотрим. А, это вон внизу человек. Оп, тварь, Алиса. Так. 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 А мы все войдем? Ну. Я пешком поднимусь. На, если что, будешь нас вызволять. Хорошо. Давайте, заходи. Закрывай вас. Сейчас. С ним, да. Ключи, да? Да. Нифига, как быстро. Тут он, короче. Вот это, да? Да.
Так. Ой, очень темно пока. Ну, часы я не помню, сколько стоила наша квартира, слышишь? Скажи мне, тут у нас ванна. Где ванна? А где ванна? Там же, там душ. Душ, ну там вроде говорили, что хот-тюб есть. Непонятно, ладно. Ну вот тут такая шпалинка. В тот самый... с выходом. О боже. Полотенце вон. Все завешено, блин. Этими штуками. Но на улице жарковато. Ага, меня интересует вот эта дверь. Что тут куда? О, сдвигается в сторону. Тут еще марлевая повязка. Кайф. Кайф. Молодой человек у нас машинку чинит. Ну, типичное жилье в Афинах. Ну все. Куда пойдем обратно? Да. Гирос, пойдем спонтанно. Гирос. Греческий, ну и кипрский, одна фигня. Гирос. О, да, кстати, да. За греческой же лепехой мы кушаем гирос. Сейчас мы сравним. Мы вернулись в то же самое место, где мы сидели, кофеек пили. Рядом со станцией метро. Да, рядом со станцией метро. Вон там. Заказали какую-то гигантскую порцию курицы гирос и пивка. Ну, пиво принесли. Да. Ну чё, как? Лимона не хватает. Лимонада. Лимонада? Чтобы был Радлер. Ну, можно попросить. Ну, а пиво-то как? Ну, лагерь как лагерь. Ничего особенного. Да, возможно. Это еще паприка, может быть? Это тоже вкусно. Дело не меняет, моя любимая специя. Клево. Лепешка такая большая, вот она какая. Вот такая пицца бутерброд. Да. Не в фокусе. В фокусе. Хорошо. Вкусно. Между двух пит напихано мясом с сырком и с помидорками, еще с каким-то соусом, но непонятно. Очень вкусно. Я объелся. И стоило это 10 евро. Так, мы в результате покушали на 22,4 евро. И нам еще принесли мороженое. Так, логотип Склавинидиса вижу. Браво. А где сам Склавинидис? А, вот он. Ой, очень приятно. Ребят, да. Поскользнулись там, где не ждали, да? Нашли периптер. И пришлось закупиться в нем. Так что это необходимо. Водичка, радлер и пиво. Прикольно. Радлер — это не пиво? Ну это же сок с пивом. Лимонад. Ну это же пиво. Да. Направо. По-моему, еще нет. Да и сейчас можно направо. Пойдем. Ой, ну в общем мы поспали чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, часок. И теперь идем на встречу с девочками. С какими девочками? Хороший вопрос. Ну... как минимум с двумя. Девочек станет, да, в два раза больше. А далеко идти? 4 минуты. 4 минуты. Да. Пардесиако, чего-чего, Пардесиако, Криополио. Да, мясной магазин, традиционный мясной магазин. Отлично. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. За
Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, потому что воскресенье. Да, думаю, ну вон, дзидзики, слышишь? Отрабатывают. Ой, дзидзики, как их? Цикады, ё-моё. Это, судя по всему, школа. Написано гимназия. С Халио, да. Ой, тут смотрите, какой кипарис. Ладно. Тут концерт вообще. Вошли. Привет! 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 Мы тут увидимся, а вот привет! О чем мы будем? А как у вас? Вы-то там тоже в городе какой-то. А мы сейчас, когда привыкли уже за 10 дней к этой тишине, покой, там вид на море. Ну тут тихо. А что там, дзык нету все на острове? Что там? Закрыто? Дзидзик, говорю, нету? Ой, цикад. Дзидзики. Почему? Цикады есть, но... Они сейчас все... В принципе, жизнь такая спокойная. Размеренная. Да, и сюда... Катамараны пришли. С катамарана? Пристави там, наверное, шубы. Не знаю, люди зашли. А, ну конечно, конечно. Мы здесь ходим по городу, город мертвый вообще, тихо. Но мы потом вспомнили, почему сегодня воскресенье. Да. Поэтому такая тишина. Я думаю, что завтра будет более активно. Какой-то... Какая-то дискотека. Так. Идем на Пникс. Почти дошли. Вон Лековитос видно. А здесь, кстати, вот обсерватория. О боги! Так, нам вот туда. Туда? Да, вон тут сам. Камень? Ну там не камень, там пол, вот это. Так, площадь, не площадь. Ну вот он, легендарный Пникс. Легендарнее. Ну, легендарнее только Акрополь. Или не факт? Не факт. Легендарность Пникса в том, что здесь, более чем 2500 лет назад, граждане древних Афин собирались вместе на народное собрание. И в этом собрании могли участвовать до 10 тысяч человек. Отсюда название холма – Пникс, что буквально означает «давка». И через народное собрание каждый гражданин мог влиять на судьбу своего города, государства. И именно это сегодня мы называем демократией. Сейчас. Он до туда долетал, да. Потом посмотришь видео, мы тебе скинем.
Гитис. А ты кусаешься, интересно? О! Мне тоже страшно. А вдруг ты меня укусишь? О боже, ты мне еще какие-то звуки издаешь. Напряженный вечерочек. Чуть не дали дюлей. Чуть культурные греки не дали культурных дюлей. Где-то мы сели, где-то, не знаю где, недалеко. Подними меню. Спасибо. Ах.